Всероссийский день посадки леса. Жители и гости Санкт-Петербурга высадили 1000 деревьев. Якутяне, проживающие в культурной столице, также не обошли эту экологическую акцию стороной. Теперь место дуэли Пушкина, парк на Черной речке, пополнился новыми растениями. Растения предоставила садово-парковая служба Приморского района. Отметим, что данный парк уже более 10 лет находится под присмотром якутян. Ежегодно здесь организовываются субботники и проходят митинги реквиями. В 2010 году в парке появилась аллея якутской молодежи, а в 2014 было посажено дерево от имени Усть-Алданского района Якутии. Акция этого года призвана донести до каждого, что сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон – это прежде всего вклад в здоровое будущее и укрепление зеленых легких всей планеты. То, что мы создаем здесь своими руками, деревце, посаженное нами, оно будет приносить только пользу и радовать всех нас. Ну, мы все молодцы! Ура!